Вот, дорогие мои, книжный мир. Вот это прямо тоже Верасти. Прямо зайдете, и тут продажа книг. Начиная вот таких детских книг, вот разные книги вот для детей. На все, как говорится, для покрашивания. Это книги. Очень много книг. Мир книг. Даже есть Тесла, Хавкин, вот этот, который это. Вот. В общем, вот. Очень много книг красивых для детей, сказки. Есть западных это книги, они на турецкий переведены. Вот. Поэтому здесь разнообразие книг много, больших. Даже есть здесь книга вот Адольфа Гитлера «Майн Кампф». На турецком языке, кстати. Вот на турецком языке, пожалуйста, «Майн Кампф». Как вам называется их? Очень много таких. Разные книги, разный вкус, кто какой книгу хочет. Вот. Книг много. В основном на турецком языке. В основном на турецком языке. Про любовь, про все. Вот. Тоже. Такие книги. Драмы, романы, сказки. Как ухаживать за ребенком вот, от рождения до 2 лет. Вот. Как вот, готовить, как с детьми заниматься. Вот чтобы детей не кричали, как их воспитывать. Вот воспитательного характера очень много книг. Очень много книг. Книжный мир здесь вот такой вот. Вот она вот такая длинная. Это вот так вот она. Огромная, я скажу. Вот это на разный вкус. Это вот тоже Эрасты. Прямо на входе от Байхауза. Вот так зайдете. Очень много книг. Очень. Увидеть бы мне один раз, говорит, маму, видишь, а Намберкес, да она говорит всем, хотя бы один раз, говорит, увидеть бы маму. В общем, на разный вкус, на разный это, на любую аудиторию, я скажу, кто хочет, на любую аудиторию есть книги. Вот кражи книги. Очень много разнообразных книг. Вот даже на той стороне у них даже это есть. Вот, так что книжный мир вот так вот. Здесь вот есть. А если это самое, заказываете, приносят они. Тот день, когда придете. Вот так вот. Вот так вот книжный мир здесь вот есть вот так вот представлено. Вот, так что можете спокойно прийти покупать любые книги, которые вам нужны. Не хотите читать, не берите. Потому что демократия, это вам выбирать, какую книгу вам почитать, хорошую, плохую. Но в основном плохих книг нету. Все книги нравоучительные в какой-то степени. Вот. Вот такие дела. Всех вам благ. Пока-пока.